Re, viss ēters ir te! Этой ночью в Латвии облачно с прояснениями. На всей территории страны температура воздуха ниже нуля, минус 1, минус 7 градусов. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно слабый юго-западного-западного направления. В Курзаме слабый юго-восточный. Завтра днем в Латвии облачно. На всей территории страны столбики термометров поднимутся выше нуля. Теплее всего будет в центральной части Латвии до плюс 6. В остальных регионах на несколько градусов прохладнее. Южно-юго-восточный ветер усилится. В центральной части Латвии и в Курзаме его порывы достигнут 6-12 метров в секунду. В западной части страны пройдет снег. В Риге этой ночью ясно, минус 6 градусов. Слабый ветер южного направления. Днем в латвийской столице будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 4 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 5-11 метров в секунду.